В Орске объявились очередные юные вандалы. Возле подъезда дома номер 75Б по проспекту Ленина дети, запечатленные на видео, ободрали сакуру, которая является гордостью жильцов дома. Использовав оторванные ветки в качестве шпаг, дети начали сражаться друг с другом. На замечания они отреагировали матом. Промахи воспитания остаются на совести родителей, а детей же, несмотря на юный возраст, приветствуем в рубрике «ЧМО». Если вы застали на месте преступления человека, мешающего обществу, присылайте нам свои фото и видеоматериалы с небольшим описанием и контактными данными. Наши пароли и явки на ваших экранах.